Добрый вечерок. Здравствуйте. Я тут нотки принес сложные. Посмотрите, пожалуйста, потому что времени у нас мало. Вы встаньте, давайте, потому что что ж я стою, а вы сидите. С вашим ростом то посидеть. Видите? Я могу встать, так. Мне все равно. Значит так, здесь жирное пятно, сразу говорю вам, не играем. Это рыбу заворачивали. Ну, в общем, это мое личное дело. Значит так, здесь мы не играем. Не играем, черкать не надо. Но это чужие, почему надо черкать? Ну, значит, не играем же, давайте зачем? Я вас прошу, вот здесь вот тоже цифру эту не играть. Переходите сразу вот сюда, на флажок. И вот это не надо тоже черкать. Зачем это? Вот здесь вот не играйте, это играйте, играйте, не играйте. Проще, парень, и репа, так, пожалуйста. И пошли сюда. А переворачивать не надо. Там темно-вишневый шаль, женский роман. А где же дальше? Но зачем мне женский роман? Значит так, вы берете вот этим пальцем здесь, этим здесь, перевернули, здесь не играете, это играете, эту строчку опять не играете, черкать не надо. Вышли сюда, и здесь вот, вот эту с этой цифры переворачиваете обратно. Здесь не играете, потому что жирное пятно, рыбу заворачивали, здесь вот не играете. А здесь что делать? А здесь просто можете вот так настоять, руку с этой стороны играть, с этой нет. Как у тебя руку поставлю, я играю двумя руками. Это не важно. Значит так, вы начинаете сначала, вот это пропускаете, и все на полтора тончика ниже, потому что ноты не мои, я не знал этого все. Одна. Пожалуйста, осторожно там, не порвите, потому что я знаю это. Дорогие друзья, Глинка, попутная песня. Прошу. Зачем вы столько нот принесли, если поете одну песню? А почему вы со мной разговариваете, когда я уже в образе и готов к песне? Вот. Да? Я жду, я долго уже жду. Уже второй раз вышел из образа. Секундочку. Ведь я не готов. Все, у меня упали ноты. Есть? Какое мое дело? У меня упали ноты. Почему я должен отвечать за ваши ноты? Вы пианист или я пианист? Надо было переписать, а то все в рыбе. Знаете что, не надо со мной переписывать. Если я здесь вот стою, это мое дело. Я стою и я пою. Так, ну, поехали. Давайте петь. На. Как вы это делаете? Шаль, женский романс. Я сказал, я женских романсов не пою. Я спросил, не переворачивать. Там, где жирное пятно, не играть, я не жирное. А это не мое дело. Причем тут я? Это низко, это низко. Что вы низко, нормально. Ниже, иди. В этой шали я с ним повстречалась. И меня он любимой назвал. Что мы поем? Романс. Сдливо лицо закрывало, а он нежно меня. Кто вас прислал? Режиссер. Целовал. Кто вас прислал? Это не ваше дело. Кто меня прислал? Говорил вот мне, прощай, дорогая, расставаться с тобою мне жаль. Это же низко, слышите, если я задавлю. Как лицо тебя слышишь, родная, это темно-вишнёво. Где мои ноты? Вот где мои ноты? Вот ваши ноты. Это не мои ноты. Подожди, у меня было жирное большое пятно. У вас все ноты в пятнах. Вот, вот мои ноты валяются. Поднимите сейчас же. Дорогие друзья, Глинка, темная вишня. Попутная песня исполняется впервые мною. Прошу. Держал волки медведца паровоз, без рта разулания, ожидания ветер. А веселится и ликует весь народ. Быстрее шепче воле, поезд мчится в чистом поле. А
Гранден столбом кипятенится паровоз. Быстрота, разгул, волнение, ожидая нетерпения, а веселится и ликует весь народ. Веселится и ликует весь народ. Но быстрее, шибче воля, поезд мчится в чистом поле. И быстрее, шибче воля, поезд мчится в чистом поле. Поезд мчится в чистом поле. Неужели нельзя сдвинуть немножко темп? Я же давлюсь. Сдвинуть быстрее, можно. Воздух не зелень, страдай заманят. Здесь я сонный очи, правда мне никто не делал, обещает. Безумные новые приходят порою. Шепчешь невольно, как долго, как долго. Сходите быстрее, я вообще могу в три раза быстрее. Я не могу,